рассказ о том, как у Лёхи был хуёвый интернет. И мы летим. Попадаю я. Я не попадаю. Они меня убивают постоянно. А я без иксов в полной боевой готовности. Машина. Аннигиляторная пушка. Он с магией в моём. Чё хуёво? Хуёво, блядь, нахуй. Говноеды ебаные. Блин, ты красиво. Под музыку из Титаника. Танчи бы кто тут играет. Здорово, ребят. Парень, громко. Здорово. Сейчас музыку убавлю. Привет, Танчи. Ты из Титаника включил? Давай закидаем вон тех какашками. Вы заканчиваете или я успею картоху начать чистить? Ты чё, ебанусь, блядь, хватит готовить. Тебе звонят. Блядь. Папа на работе, поэтому я сегодня готов. Пизда нам нахуй. Что это такое? Что это вообще? Пока, ребят. Всем пока, блядь. Пока, блядь. Прощайся, блядь, со своим грехом. На, нахуй! Я один Женя, блядь. Я живой. Пока. Понимаешь, мы, сука, только втроём умерли. Там, блядь, типа ебануться, блядь. Вот куда пуля пролетела, блядь? Вот куда, блядь? Я ему чисто въебало прицелился, блядь. Как бы, блядь, попробовать убить нас? Я просто с выключенным микрофоном кричу: нет, нет, Женя, не вылазь! Ты заебал, ты сдохнешь, нет? Заебись, дробовик, понимаю. Да чё? Ты... Ты сколько в него раз выстрелил? Я в него 4 раза выстрелил. 4 раза? Я тоже 4, блядь, выстрелил. Всё нормально с этой игрой. У меня что-то с мышкой... 8, бро, вот тут вот, сзади заправ. У меня почему-то сенса автоматически поднимается сама на максимум на мышке. Это мышка так гонит, у меня бывает так. Надо вот так сделать, сейчас. О, дикая стала вообще. Сейчас еще раз. Охуеть. О, все работает.